Как он мог так поступить? Хочу, чтобы они умерли оба. Ты совершаешь большую ошибку, съезжая от нас. Твоя подруга очень плохо на тебя влияет. Если ты выйдешь из машины, не приходи к нам за помощью. Вы въезжаете в 203-ю квартиру? Да, это мы. Ух ты! Свет, мое зеркальце, скажи. По готическому роману «Камон на нами». Загадай желание. Ты испугала меня ночью. Я ничего не помню. Посмотрим, что там у нас. О! Господи, что с тобой? По-твоему, это смешно? В этой квартире куча красивых вещей. Там что-то происходит. Что именно? Что-то жуткое. Она просто над тобой прикалывается. Но если хочешь, я узнаю все про витраж, а ты проверь историю квартиры. На витраже знак кельтской мифологии. Он принадлежит богине мести Моригу. В этой квартире муж убил жену, а позднее пропадали люди. Богиня мести исполняет тут желания просящих. Эй! Что с тобой? Из этой квартиры не сбежать, пока не исполнится твое желание. У измены есть цена. Это была не я. «Призраки квартиры 203» в кино с 28 апреля.